Всем привет! Меня зовут Лима Галяс. Я 3D-художник по персонажам и цифровому скульптингу. Сейчас я работаю фрилансером в Бразилии. В этой индустрии я работаю уже больше 5 лет. В этом курсе мы узнаем, как создавать крупных персонажей с большим количеством жира. Помимо прочих тем, мы затронем такие темы, как архетипы персонажей, процент телесного жира, куда и как добавлять жир персонажам, как добавлять жир на лицо, а также поговорим о других частях тела во время лепки модели. В конце этого курса вы будете знать, как правильно вносить изменения в строение тела с помощью жировых прослоек, что положительно скажется на разнообразии ваших работ в будущем. Я рад представить вам этот курс и надеюсь, что эти техники помогут вам достичь нового уровня мастерства. А сейчас начнем первый урок.